Девятитомник Оксфордской энциклопедии. Дед и Том. Дома игры. Ну, я уже давно играю. Я впервые, пока вот только начала. Приходится побегать. Еще на Немигу, на Партизанский, и потом финиш на Национальной библиотеке. Очередная игра, очередное приключение. Это интересно. Вы же велики? Возьмите стяжки. Здесь у нас происходят соревнования по городскому ориентированию. Отрыв 450 человек со всего города придут сюда, в библиотеку. Мы дадим им задания, люди будут их решать. И у каждой команды будет 6 часов, чтобы выполнить все задания, пройти все маршруты. После этого они проходят на второй этаж. Там у нас точка старта. И именно там они получают список вопросов. Первые участники уже исследуют библиотеку. Ребята, здрасте. Как игра проходит? Мы еще не начали даже, нам будет старт отобраться. Пока как-то сумбурно, не можем найти, что как играется. Пока никак. А вы первый раз играете или уже играете? Нет, мы уже играем давно, у нас уже, наверное, больше 20 игр. Мы завсегдаты этой игры и редко пропускаем, стараемся не пропускать, тем более такое тематическое, необычное. Поэтому возлагаем большие надежды, наверное, будет интересно. Мы вообще не читающие люди, но попробовать стоит, я думаю. Такая головоломка бывает порой, сидишь, а потом, озарение, нашел ответ. Да, здесь у каждой команды есть схема национальной библиотеки, они ходят по ней. Первоначальный лист, где показан старт, где показан план библиотеки. Это наш маршрутный лист, в нем решено 0 заданий. Команда здесь записывает время и ответ на задание. Короче, пробег большой, заданий мало. Это не очень хорошо, мне кажется. Пойдемте сядем. Что-нибудь зарешаем все-таки? Да, тут тоже есть. О, ничего себе. Есть адреса библиотек, и в этих библиотеках нужно будет выполнять задание. Сначала отметить библиотеку, чтобы был понятен маршрут и какую за какой ехать. Команде дочери сочувствую, немножко помогаю. И как, решили уже что-нибудь? Нет, пока в ходе. Хоть мы в библиотеке тишину любим, но это такая акция, в общем-то, я думаю, привлечет внимание к библиотекам, и кто-то, может быть, побывав здесь впервые, захочет прийти во второй раз. Нам был загадан памятник Богдановичу в этих заданиях, который два раза или три переносился по Минску из места на место. Вот. И нам нужно найти дом, в котором Богданович родился, где-то в соседнем квартале от этого памятника. Ну и вот в сюжете на телеканале СТВ написано, что сегодня это дворовая территория домов 25-29 по улице Богдановича. Вот туда мы и поедем. Самое главное, все это позаносить и быстро откатать 50 километров. Пока один рыжий парень. Что мы теряем время? Отстегивай. Тут есть другой памятник справа здесь. Знаете, что у вас культурный макет дома? Вон он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. А вот эти? Это двери. Да, что? Все, пятерку мы уже взяли. Давай, газу. Тут написано, что одно? Одно, да. Точно надо заходить, потому что нету, давай. Это не стекло, ничего вообще. Вот, учебник экспериментальной физики Вильнера. Вы внимательно прочитайте то, что написано здесь. Книга была номер стеллажа, порядка номер книги, доклеивались на корешок книги. Вот, итак, у нас третий стеллаж, 872 номер книги. А, просто так звали нас. Мы же... Ищи книгу. 12-15. Вот так. И побеждают в этих играх. Нет, можно еще не так. Да блин, плохо оружие дофига. Поехали вот просто вниз, погнали. Бип-бип. Вот мне нравятся наши пешеходы. Они до сих пор думают, что они на тротуаре одни-одинешеньки. И очень жаль, что правила дорожного движения думают по-другому. Четвертый этаж. На сколько цена годовой подписки? 10 копеек. 1 рубль в год. 10 копеек. На... Подожди. Так нам надо дешевле, стоимость 12. А, значит, цена 10 одного. Рубль 20. На 20 копеек. 20. На сколько, да? На 20 копеек. Смотри, осталось, короче, вот это вот. Аппарат с табличкой. Точно нашел? Да, точно нашел. Вот он. Первые два слова название фирмы изготовителя. Минутка. Они партизанские. Последний, да? Да. 14. Давай туда. Там красит. 108. Здорово. Давай, как команда бедро. Правильно. О, а какие мы сейчас приехали? По времени первые. Мы пока первые. Понятно, давай пить. Топили? Как велобоги, просто амстронги.
Только что без рака. Что-то как-то мало эмоций у вас, господа. Да, мы еще думаем до конца. Думаем насчет годов жизни. Своих? Нет. Да? Игра мне очень понравилась. Жалко, колесо спустило. Я могу быть счастлив. Приехал целым и не вредил. Там же неизвестно, кто посел. Задание у него, все бумажки у него. Но неизвестно, кто посел. Я писал в бумажке, я спрашивал номер, потому что у меня не было этого листа в руках.